остановились на заправочке покушать. На улице нереально жарко. В Флориде планируется в Майами такая же погода. Даже, ребят, еще жарче. Поэтому только купаться, походу. Вот как мы жрём, нет кадра. Чем тут завод? Нормально видно. Доехали до штата Флорида, прям сразу как пересекли название штата, пошли пальмочки. Сразу такая влажность здесь, тепленькая. Проехали примерно 1100 километров, вот осталось километров 200, будем в Орландо. Вот и завтра оттуда, наверное, уже будем вещать. Мы приехали в Universal Park. Того, что здесь вообще есть. Такое ощущение, что здесь Гарри Поттера снимали. Косой переулок, магазин с палочками. То есть тут очень атмосферно. Кто любит Гарри Поттера, обязательно сюда приезжайте. Возможно, вкусно. Мне всегда так хотелось это попробовать. Это вообще популярный напиток среди волшебников. Крутой напиток, но мы не волшебники, у нас даже палочки нету. Немножко волшебства не помешает нам. Но у нас нету палочки, Настя не взяла с собой палочку, поэтому будем пальцем водить. Сейчас сыворотка удачи. Когда ты принимаешь по капле, у тебя все всегда получается. Фитос продемонстрировал. Палочка Гарри Поттера. Гермиона Грейнджер. Вингардиум Левиоса. Кажется, нам понадобится еще одно бюро, профессор. Сманите ее кто-нибудь. А, это мотопылесос, мы же хотели. Это новый Дайсон. А вот и сам Хогвартс. Вроде выглядит очень масштабно так. Мы откатались счастливые, уставшие. Настя втройне счастливее сегодня стала. А сейчас поедем в Майами. Ну что, у нас сегодня первый полноценный день в Майами. На улице тепленько.
океан. Первый раз хоть отметиться. Есть еще такое ощущение, что здесь люди не работают, а только кайфуют. Потому что здесь, мне кажется, все создано для того, чтобы просто кайфовать, Короче, нам не дали комарика, их нету, но взяли Dodge Challenger. Это, и вот это прям вообще по-американски, это кино Форсаж. Оф, это кажется он. Да, это он. Еба. Че? Ебуй! Собирает ребят с рыбалки. Сейчас должны подплыть, посмотрим, что они там наловили.
здесь. С каждым днем все ближе и ближе приезд в холодную Москву. Тепло, хорошо, здесь, конечно, дождик шел. Даже с учетом дождика здесь всегда тепло. Прощаемся с этим видом. Замечательно. Лухари вид, лухари отдых. Все, отправляемся в сторону Нью-Йорка. Да, милости просим, давай, отправляй их уже сегодня, я их буду хлебом солью встречать. Давай. Ладно, давай, а то ты это, квакаешь, созвонимся, когда приедете там куда-нибудь на место потом. Давай, всем привет. Давай, ага. Вот это зачетный подъем. Сереж, ты снял? Да. Жопа какая-то. Закидал прям сразу. А то приоткрыл. Косой дождь. Грибам. Поеду собирать. Че там? Ну че, побежим? Сейчас давай, 3 минуты. Давайте, либо мы идем, либо поехали. Ну, Никитос убежал, че, он обратно вряд ли будет возвращаться. Блин. Ёб твою мать. Готово? Готов? А? Нет! Давай! Открывай дверь. Так, сейчас дай по... 1 hour later. Вчера доехали до Вирджиния Бич, заселились в отель. Тут холодно, сходить что-то на море, на океан, посмотреть. Пашком! Джерси, и вот заехали в ту часть Вирджинии, где прям преимущественно это сельское хозяйство, что ли. Большие поля, домики такие милые стоят. Настя нравится здесь, и здесь сейчас прям тепло, но не жарко. Просто замечательный климат. Да. Я просто расцветаю. Что, сегодня 11 октября уже. Сегодня мы вылетаем в Москву. Вот, сегодня проснулись замечательным видом на океан. Просто так масштабно, что аж дух захватывает. Сейчас, через час где-то будем выезжать в Нью-Йорк, в аэропорт. И сегодня у нас рейс 19.20 вот, Америки. На этом наше американское путешествие потихонечку заканчивается. Было очень замечательно. Не хочется вообще улетать отсюда. Ну, либо хочется быстрее вернуться сюда. Что, все? Жду вас на Новый год в Бостоне. Давайте. Давайте. Ну, приезжайте в любое время. Я всегда в Бостоне, поэтому... Место есть, приезжайте зимой кататься. Все, давай уже, а то я сейчас с тобой поеду. Давайте. Пока. Летайте. Я буду жаловаться. Все, давай.